А вот мы интересуемся у красносулинцев, чем вы больше обеспокоены? Дорогами такими, которым в состоянии таком ужасном находятся, больницы наши неотстроенные, школы, или то, что к нашим границам все ближе и ближе подходит НАТО? Наверное, НАТО. НАТО это да. Это уж мы как-то привыкли жить. Да нет, дороги нормальные в центре. Такие они всю жизнь у нас. Да, нормальные дороги. А тревожит вас больше надо, да? Больше беспокоит нас. Война. Конечно, в первую очередь НАТО. Это самое страшное. Конечно, то, что у нас по городу, вот там особенно вот терапевтическое отделение, это настолько плохой стационар, настолько сарай самый настоящий. Он сколько лет, наверное, не ремонтировался. И думаю, неужели он останется вот стационар не отремонтированным? Вот это меня, так как я часто очень посещаю вот это вот заведение как бы лечебное, и поэтому меня это очень волнует, и думаю, желательно было бы, чтобы его отремонтировали. Ну вот если брать стационар и НАТО, то что пусть, по-вашему, лучше стационар таким останется. Пусть будет стационар таким останется, но вот если НАТО, так нет, не надо, НАТО, пусть стационар будет такой.